Еще что я вам хотела сказать, дорогие мои. Я знаю, что это звучит тупо и абсолютно как у всех блогеров на Ютубе. Ну, я все-таки делаю свой, даже это не блог, я не знаю. Просто я вам всем рассказываю, как у меня дела, чтобы не рассказывать каждому по отдельности. Важный момент. Вы, пожалуйста, что-нибудь в комментариях пишите, интересно, неинтересно. И даже вот не надо писать мне хвалебные оды, да, но если у вас есть какие-то вопросы, да, если вам что-то интересно, вы пишите, потому что я это все делаю, чтобы с вами общаться, да, а не чтобы вот тут вот крутиться, какая я замечательная, красивая, и вот смотрите все на меня, как круто я переехала в Америку, как я тут живу. Нет. Я просто помню, как после отъезда на Сахалин, да, и когда я там провела 2 года, почему я поняла, что надо срочно возвращаться, потому что я поняла, что я теряю с вами с всеми связь, что у вас идет своя жизнь, да, и что мы отдаляемся, а у меня-то было ощущение, да, что все продолжается, как оно продолжается, и это была одна из причин, почему я срочно-срочно стала работать над тем, чтобы вернуться в Москву. Я не хочу, чтобы это повторялось, и видео я снимаю для того, чтобы с вами общаться, а не для того, чтобы красоваться. Поэтому буду очень рада, если вы будете в комментариях писать, что там, какие-то вопросы, да, еще что-то. Либо там можете, не хотите публично в комментариях, хотя было прикольно, если бы вы еще и между собой все заобщались в комментариях под Ютубом. Если вы мне в личных сообщениях будете писать там что-то вам интересно или вопрос какой-то или что-то. А то я все выкладываю, и я не получаю там какого-то отклика. Потому что когда человеку по телефону рассказываешь, как у тебя дела, да, то он там тебе задает какие-то вопросы, да, он тебе рассказывает, как у него дела там и так далее. А тут как-то вот тупо как в пустоту уходит. И поэтому, в общем-то, если да, если вам что-то там показалось интересным, да, или если есть что сказать, кроме как ну ладно, окей, типа, или задолбал ты со своими рассказами про Америку там и так далее, то, ну, и можете даже про задолбало рассказывать, но тогда проще нам видео не смотреть. Не мучайтесь, я вас прошу, не смотрите, потому что считаете должным, нет, не надо. Да, то вы что-нибудь пишите, а то я же вообще даже не понимаю, там, нравится вам, не нравится, интересно, неинтересно. Были несколько народу написали, что очень интересно, да, давай продолжай снимать, просто если есть какие-то вещи по сути, да, там, не знаю, если вы хотите, чтобы я рассказала вам, там, не знаю, про местные, там, да все что угодно, да, вот какие-то детали быта, я тогда проведу исследование на эту тему и буду вам рассказывать. Да? Просто, может быть, вам какие-то моменты более важны и характерны и описывают, лучше показывают жизнь, да, чем то, что я вам могу показать и рассказать, потому что у меня все-таки довольно узкое видение, и полностью объективно осветить вам местную жизнь я не могу. В основном, да, ну а что, про себя рассказываю, когда есть какие-то новости, я рассказываю. И получается, что, ну что, дом-работа, как только быт наладился, какие-то, да, там, рассказывать безумные, яркие, интересные истории про то, как я себе делала электричество, ну, я расскажу, да, это еще отдельное видео будет на эту тему, и там подробности, продолжающиеся подробности съема жилья в Америке, я все это расскажу, ну, в общем, короче, так, комментарии, какие-то ответ, отклик, он будет очень позитивно воспринять, потому что, ну, все-таки у нас с вами не очень живой диалог, а вообще не живой диалог, получается, я вот в одну сторону говорю, и было бы хорошо получить какой-то ответ в другую сторону. Как-то так.